Привет, ребят, девчат, AK с вами. Восстановил фонтанчик и думаю, проведу эксперимент. Смотрите, вот у меня прибор и смотрите, что происходит. Да вы даже слышать можете. И световая индикация, красный LED, вот он, видите, high. С чем это связано? Это очень много вопросов. Сейчас мы это все обсудим. Пойдем в стороночку. Так вот, а связано это с новой мобильной частотой для мобильной связи. Это связано с глобальным правительством, это связано с хозяевами денег. Может, связано тоже с закулисной мафией, также чипизацией. Это уже, так сказать, к бабке не ходи. Теперь, ребят, дисклаймер. Конечно же, Стебалово, но это везде сейчас уже. Я просто на YouTube народ хайпует, каналы раскручиваются. Даже я думал, что монетизация стала меньше. Оказывается, нет. Даже на моем паровозном канале про модели железных дорог там пошла монетизация вверх вдруг. Короче, ребят, конечно же, все Стебалово. А, можно еще такое. Вот, к примеру. Если, к примеру, все прочипировано, вы идете в магазин, покупаете, хотите купить что-то хорошее, а вас сигналы ведет к отделу, где продают только ГМО. Ну, пока еще не все везде ГМО. И сигнал говорит вам, передает и говорит, что купи из ГМО, купи из ГМО, купи из ГМО. Ну, вот так, что-то в этом духе. Ребят, ну, просто маразму, конечно, предела нет. Прибор. А, можно еще... Вот что я видел видос. Чувак сделал какую-то антенку. Скорее всего... А, говорит, что советские туннельные диоды. То есть, ну вот на таком невежестве вас разводят. Блин, ну просто. Это не вас. Это уже просто какой-то зашквар. Серьезно. Не люблю это слово. То есть... Тут два советских туннельных диода, какой-то гитинакс тоже, наверное, советский, и какой-то китайский кондер сделал на основе амперметра, поставил эту антенку и что-то замеряет у дома, и говорит, что незаконно поставили эти вышки. Блин, ну, короче, это обыкновенный прибор, флюк, тестер. Я мерил, показывается, Volt Alert. И здесь стоит тоже на Volt Alert. То есть это замеряет, где у вас идет проводка. Все. Рассказывайте свои истории и приводите пример, ребят. Пока я еще не созрел на... потому что это, по-моему, бесполезно. Как я в предыдущий раз говорил про рассказ про технологии 5G, и тем не менее, я подготовлю материалы, чтобы было понятно и доступно. Вам успехов и всего наилучшего. Давай.